Башкортостане примут усиленные меры безопасности в день общероссийского голосования по поправкам в Конституцию России. Все участки оснастят дезинфицирующими средствами, а после каждого проголосовавшего будут обрабатывать ручки антисептиками. Всего 22 апреля в республике будут работать 3500 избирательных участков, из них 39 временных. Избирательным правом обладают чуть больше 3 миллионов человек, столько же будет напечатано и бюллетеней. На проведение выборов из федерального бюджета региональный ЦИК получил более 450 миллионов рублей. Основная часть средств, 370 миллионов, пойдет на оплату труда членов участковых избирательных комиссий. Также дополнительно 50 миллионов рублей выделят из республиканского бюджета на покупку технических средств. Есть особый порядок проведения этого голосования. Это, во-первых, и голосование вне помещения, это и так называемое досрочное голосование, то есть те люди, которые не смогут мобильным избирателем воспользоваться или по иным причинам, в том числе эпидемиологическим, могут прийти заранее за 3 дня до дня голосования и проголосовать. Ну и ряд других мер, которые даже сжатые сроки, в которые мы планируем проведение этого мероприятия, все это говорит о том, что это особый порядок, не имеющий общего с референдумом. Как отметили в региональном ЦИКе, в случае ухудшения эпидемиологической обстановки в стране дата общероссийского голосования может быть перенесена.